какой ваш прогноз на политическую осень? Есть мнение, что будут громкие отставки в правительстве, в том числе там Луценко и тому подобное. Можете что-то сказать? Я думаю, да, что осень будет крайне горячая, и будет все, что угодно, вплоть до замены премьера, например, или попыток объявить импичмент президенту, провести соответствующую кампанию. То есть очень горячая осень будет. Накопилось такое количество противоречий, кричащих. И перед самим началом избирательной кампании, которая в следующем году у нас начинается, де юре, даже не то, что де-факто, оно, да и на фоне внешнеполитического обострения, ставки будут крайне высоки. И вот буквально там сколько? С 1 сентября начнется.